550 лет Чебоксарам и 220 лет со дня рождения Пушкина. Этим двум круглым датам посвятили столичный конкурс чтецов, который состоялся в Центральной городской библиотеке имени Маяковского. Как царица отпрыгнет, да как ручку замахнет, да по зеркальцу как хлопнет, каблучком так как притопнет. Ах ты, мерзкое стекло, это вьёшь ты мне назло. Стихи, которые не нуждаются в особом представлении. Прошло 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. Его произведения вошли в одну из номинаций городского конкурса. В финале перед жюри выступают самые-самые, прошедшие отборочный тур. Я быстро запоминаю стихи. Я прочитала весь букварь в 4 года самостоятельно. И мне очень нравятся всякие стихи, сказки, журналы. 4-летняя Маша Александрова рассказывает стихотворение, написанное мамой к юбилею столицы. Выучить наизусть стихотворение – это еще не все. Жюри отмечало артистичность и понимание смысла текста. Это возможность детям проявить себя, это возможность научиться чему-то новому, это возможность выбрать свой путь в этой жизни. Наверное, у многих из этих детей, которые принимают участие в таких конкурсах, их профессиональная деятельность может быть связана с творчеством и с культурой. Подведут итоги и огласят имена победителей 1 июня во время празднования Дня защиты детей в парке Лакреевский лес. А как красив наш город в праздник, украшений много разных. А вот ветер, посмотри, зажигаются огни. Город очень я люблю, всем о нем я расскажу. Ирина Волкова, Алена Алтухова, Борис Андреев, Республика.